Нет, не в библиотеках и учебных аудиториях студенты госуниверситетов в преддверии сессии. Декабрь – время студенческих весен, поэтому все факультеты на репетициях в студклубе. На сцене студенты филологического факультета. Их весна пятая по счету, всего их будет 13. 12 от факультетов, 13 от выпускников. К своей весне филологи готовились всего 2,5 недели. Времени мало, поэтому в студ-клубе проводили и дни, и вечера. Мы здесь репетируем, прогоняемся, готовим, снова репетируем, режем декорации, строим, красим, пилим. В общем, живем вот этой весной и очень надеемся, что все получится. Филологи традиционно делали всегда про любовь. Мы, потому что у нас очень много девочек, мы очень нежные, романтичные, мы всегда делали романтические истории. Но где-то 2 года назад произошел слом, и мы поняли, что нам интересно то, что мы не знаем, что у нас не получается. Поэтому в этом году, например, у нас весна про то, что нам вообще не близко. Это виртуальная реальность, это какие-то вот сисадмины, компьютеры, что-то такое странное и техническое, чего мы не понимаем в принципе. Но мы пытаемся понять гуманитарное сознание через творчество. Здесь же факультеты, которым еще только предстоит выйти на сцену. Экономисты готовят постановку о счастье. Всех секретов пока не раскрывают, но чем будут удивлять зрителя, рассказали. На данный момент мы репетируем очень много танцев, потому что экономический факультет не славится он танцорами, но вот именно этот первокурсники пришли, очень много второкурсников, кто танцует, и сейчас у нас около 7-8 номеров танцев, и большую часть мы ими занимаемся. Вот, допустим, сейчас будет с 5 до 10 репетиция вот только одного танца. А вот для географов танец – это визитная карточка. Каждый год студенты именно географического факультета ставят самые зажигательные танцы. Мы стараемся совмещать учебу, подготовку. Это возможно. Но это, конечно, отнимает очень много времени, но мы стараемся, совмещаем диплом. Вот скоро он не за горами, курсовые и все прочие. Когда ты в студ-клубе, когда ты занят творчеством, у тебя, наоборот, появляются дополнительные силы для чего-то еще. Понятно, что ты иногда не можешь посетить пару или иногда не успеваешь вовремя сдать какую-то работу. И, мне кажется, без этой части жизнь студента не была бы жизнью студента. Впереди еще целая неделя больших студенческих весен, и пока студентам не до лекций. Итоги подведут 22 декабря на гала-концерте. После этого студ-клуб на время опустеет, а библиотеки наполнятся теми, кто в усиленном режиме готовится к экзаменам.